Давай. Итак, система. Подожди. Новая наносистема автоматического проветривания салона при закрытии дверей автомобиля. Там давай. Вот. Срабатывает отлично, работает всегда. Там давай. Отказано. Пожалуйста, можете посмотреть ультракомфортабельный. А теперь я закрою его. Здесь есть пепельницы. Двумя пальцами делается сенсорно. Закрывается окно. Давайте багажник, пожалуйста, заснимем. Снятие багажника. Остановили гаишники для проверки. Всего три движения. Раз. Два. Пожалуйста. Его можно снять с собой, если габаритный груз. Также он ставится обратно, по-моему. Вот, все, пожалуйста, закрытый багажник. А ну еще раз открой багажник. Открой, да открой. Давай я капот лучше открою, силовой агрегат посмотрим. Давай. Здесь, смотри, противоугонную систему сразу покажем, как срабатывает. Противоугонная система только в одном положении. В одном положении открывается форточка, только в одном. Это не все угонщики знают. И только в одном положении открывается дверь. Далее перейдем к силовому агрегату. Подожди-ка, подожди. Это четырехцилиндровый двигатель ВАЗ-2103. В своем роде легенда отечественного двигателестроения. Пожалуйста, тут даже есть аккумулятор, то есть машину не обязательно... Багажник открой еще раз, а то мне эта система впечатлила просто. Пожалуйста. Поверить не могу просто. Очень вместительный багажник, очень вместительный. Пожалуйста. Очень вместительный. Можно путешествовать. Если салон забитый, можно вот так. Да, путешествовать можно спокойно. Расслабившись, как видите. Здесь бассейн. Расслабившись.